Значит, комбинаторики шагов. Первое, вы работали на месте, стоя вообще. То есть шла работа на месте. Да. Второе, вы встаете дальше, вот то, что сейчас делаете, делаете выпад. Делаете выпад. Потом вы встаете еще чуть-чуть дальше и делаете то, что на макеваре никто не работает, и что работать нужно. Все пытаются на макеваре именно на выпаде работать. А очень часто, когда мы двойку бьем, мы заднюю ногу подтягиваем, и мы начинаем бить на подтягивание ноги. То есть передняя нога стоит на месте, а бьем на подтягивание. То есть, либо так, ну, поднимая носок. То есть вся боксерская техника работает точно так же. То, что мы каратистскую работали сейчас, это ладно. Так же работает и боксерская вся, со всеми вот этими подниманиями носка. Это то же самое абсолютно. Все работаем точно так же. Дальше. Мы делаем на подшагивание. Отступаем еще дальше. И работаем на подшагивание. Пам! Пам! На зашагивание. Встаем еще дальше. Зашагивание. Еще больше дистанции. Ну, реальный бой ведем, да? Делаем. И бам! Летели, да? То есть работаем то же самое. На полном шаге. И на полном шаге геокурия. Понятно, да, идея? Вот, можно включать. Это то, что... То есть, и все в таком же ключе. То есть, сначала рука почти прямая, да? Вот так, полный шаг, например, делаем. Встали, рука прямая. Потом чуть согнутый, потом от головы и так далее. То есть, все та же методика. Набираем, набираем. То есть, мы фактически что делаем? Делаем анализ. На части разбиваем весь прием и по кусочкам усложняем его. И тогда... У вас он выливается в максимально жесткий, чтобы такого не было. Что шаг делаем? Пя! В конце. Ты же шагнул, встал уже на месте. Погоди. Пя! Не будет удар сильно. Будет очень сильный щелчок. Одновременно должно быть. Одновременно, кстати, все тело влететь должно. Вот тогда будет удар мощный. И быстро с нами. Все быстро получится. Так, теперь.